Слава на наш Господь. Давайте мы коротко еще раз помолимся. Пусть Бог благословит Слово Свое. Проба. Чувам ли се? Давайте коротко помолимся. Хайде да се помолим, кратечко. Благослови Господь Слово Твое. Благослови Господи Слово Туси. И наши сердца. И наши сердца. Пусть наши сердца и сегодня будут благоприятной почвой. Нека наши сердца днес да будут като благоприятна почва. Для семени Твоего Слова. За Твоето Слово. Поливай нас Твоей святой благодатью. Поливай нас Своей святой благодатью. Поливай нас через Твоята благодать. И дай нам в свое время принести Тебе обильный плод. И нека ни да принесем обилен плод. В 30, 60 и 100 крат. 30 и 60 и 100 кратно. Во имя Иисус Христа. В имя на Иисус Христос. И народ Божий скажет. И Божият народ нека каже амин. Аминь или не аминь? Аминь. Слава Богу. У меня сегодня небольшой будет рассказ, такой короткий. Не имаешь немного дълъг рассказ за... О нашей поездке с Натальей. Пътуване с Наталия. В город Сиань. В город Сиань. Это находится в Китае. Да. Това е едно пътуване до Китай. Мы первый раз туда летали. За първи път пътувахме до там. В клинику детских заболеваний головного мозга. В клиниката за детски, заболявания на главния мозък. В основном будет речь идти о детском церебральном параличе. И по-специално въпроса е за детския паралич. И это было в октябре 2019 года, то есть совсем недавно, месяц тому назад. Да, месяц назад това се случи. Я мечтал об этом. Аз мечтаях. Я мечтал посетить теракотову армию. Мечтаях да посетя тази клиника. Не, теракотову армию, теракотову солдаты. Там, где, город там, где находится теракотова армия. Армия, которую нашли в 3 веке до нашей эры, до Рождества Христова. Вот эти солдаты. Да, това е армията на войниците, които са... Още веднъж? Немножко истории. Малко история, разбира се. При първом императоре династии Цин. При първия император Цин. Династия Цин. Династия Цин. Ши Хуанди. Ши Хуанди. Он решил уйти на тот свет вместе с армией со своей. Да, то е бил со своята армия. И решил похоронить себя вместе с армией. И той решил да се погреби сам себе си, заедно со своята армия. Ну, не живыми солдатами, а с копиями. Сделали их из глины. Но не с живите войници, а просто с копия, които са направени от глина. Из специального камня выгравировали индивидуально каждому солдату лицо. И чрез специална глина са направили... отпечаток от лицето на войника, да, на хората. В общей сложности нашли более 8000 солдат. Это было в 1973 году. Повече от 8000 войници. И каждый солдат был индивидуальный. И всеки войник имал своята индивидуалност. Кроме солдат нашли колесницы. Освен онези войници, които са били на колесници. Да, и было найдено также 8 коней из камня. За тях пък са намерили 8 коня. И вот мы попали, и сын наш туда приехал в город Сиань, Павел. Ето тук попаднахме, и нашия син беше там. Мы сфотографировались вместе. И ние направихме снимка, както виждаме. С этими солдатами, они очень хорошо сохранились. С тези войници, които, разбира се, във времето много добре са се съхранили. Совсем недавно нашли еще одних солдат, можно попросить найти тоже теракотовых. Да, ето тук има друг войник. Можно следующий снимок? Следващата снимка, ако обичате. Ну вот уже солдаты, то есть уже 2 века перед Рождеством Христовым китайские солдаты уже знали об автоматах, огнеметах. Ето тук вече китайските войници разбират за автоматите, вече познават автоматите. Да, вот это уже миномет.
прошлого да, это только има прошлой эры. Это я немножко пошутил сейчас. Разбира сейчас со шигувом малку. Терракотовый воин со снайперской винтовкой. Только има и снайперист. Просто возле этого музея находится один магазинчик такой, мы туда зашли. Около туда има один магазин, малку магазинчик. И там китайцы шутят над собой, что ну, современные терракотовые войны. Да, и разбирайся, китайцы сами над себе се шегуват по този начин. А так, это древнейшая находка, которая сейчас считается седьмым чудом света. Иначе, тази древна находка се смята за седьмо чудо в света. И Бог сделал так, что мы посетили этот город. Така направи Бог, че ни посетихме този град. Посетили терракотовую армию. Посетихме терракотовую армию. И нас параллельно пригласили в клинику детских заболеваний, чтобы я прошел там специализацию. И параллельно с това не поканиха в тази клиника за церебрално болни деца. Да, меня посадили в президиум, я был представителем Болгарии. Здесь вот на снимке можно видеть. Този президиум, аз съм като един от представителите на България. Я был единственным представителем Болгарии. Аз бях единственният представител от България. И китайцы все больше убеждаются, что болгары выглядят как я. И всички мислят, че България, хората в България изглеждат така, как аз изглеждам. Я представлял Болгарию, были представители Казахстана, были представители России. Аз бях като представител на България от Казахстан, бяха като представители от Русия. Да, Россия и Казахстана. На эту встречу приехал мэр города. На тази среща, разбира се, дойде и кмета на града. Главный врач этой больницы, вот вы можете видеть на снимке. Ето това е главният лекар на болницата. И приехал мэр провинции Шанси. И дойде, също така, беше и кмета на провинция Шанси. Шанси. Ну, чтобы имели представление, город Сиань – это старая, древняя столица Китая. За да имате повечко представа, Сиань – това е една столица на древния Китай. Население примерно около 20 миллионов человек. Примерно това е столица с 20 миллиона жители. А приехал областной управитель, ну, дойде областният управител, который проживает сотни миллионов человек. Който живее сред милионите хора. Да, сотни миллионов. Сотни миллионов. Стотици милиони, да. Управлява. Който управлява стотици милиони. То есть нас встречали на самом высоком уровне. И трябва да кажа, че бяхме посрещнати на много високо ниво. Почему так? Потому что эта клиника, она занимает лидирующую позицию. Защо е така? Защото тази клиника заема много висока позиция. Лидирующую позицию по лечению детского церебрального паралича. И това е по позицията за лечението на церебралната детска парализа. По международной статистике их эффективность более 30%. Световна статистика тук има резултат повече от 30%. То есть из каждых 10 детей, поступивших в клинику, и така от 10 деца, които са посетили клиниката, трое с уверенностью получают полное восстановление. И така 3 от тези деца получават пълно възстановяване. Остальные получают частичное восстановление. А останалите частично. Опять же, чтобы мы лучше понимали, детский церебральный паралич по западной медицине считается неизлечимым заболеванием. Ако кажем по западната медицина, дали е лечима тази болест, ще кажем не, невъзможно е. Вот здесь я стою с мэром провинции Шанси. Тук съм с кмета на провинция Шанси. И главным врачом этой больницы. И главният лекар на тази болница. Я прошел специализацию. Аз минах специализацията. И был очень впечатлен. И бях много впечатлен. Я прошел очень много специализаций в Китае. Каждый год я езжу в Китай, прохожу специализации. Ви знаете, че аз минавам много специализации в Китай, но тази година... Ну, в этом году я просто был потрясен результатами. Но този път и тази година аз просто бях като потресен. И эта клиника предлагает, она открывает филиалы по всему миру. А тази клиника предлага по целия свят филиали.
Потому что никто не лечит так хорошо детский церебральный паралич. Защото тази болест е нелечима, никой не може да излекува. Филиалы уже открыты в Америке, в Канаде. Филиали на тази клиника има и в Америка, и в Канада. Ну, я не буду перечислять, это по всей земле. По целия свят. Последние два представителя приезжали с России, с Казахстана. А последните представители бяха дошли в Русию, в Казахстан. И там уже открыли, только вот недавно, в этом году открыли еще два филиала в России и в Казахстане. Да, и в последние две години там вече има два филиала и в Казахстан, и в Русия. То есть что делает эта клиника? Она ищет... И така, какво прави тази клиника? По государственной линии ищет разрешение. По държавен път те искат разрешение. Если государство заинтересовано, оно предоставляет помещение и специалистов. И разбира се, държавата е заинтересована и тя предлага помещение, място. Медицински персонал. И съответно медицински персонал. И отправляет туда своих специалистов. И изпраща по направлението своите специалисти. И они обучают наших специалистов. И те обучават нашите специалисти. И через какое-то время эта клиника начинает хорошо лечить детский церебральный паралич. И разбира се, след време се вижда, че тази клиника започва да лекува деца с детски паралич. Давайте мы посмотрим первое видео. Хайде да видим сега първия кадр. Да, видеоклип. Първия видеоклип. О том, что поступил ребенок с детским церебральным параличом в клинике. Това едно дете, което е поступило в тази клиника. И он даже не мог ходить. Можно без звука, потому что будет... И той не можеше да ходи, като постъпи. Можно без звука, потому что китайский язык мы, понятно, что не понимаем. Ако може без звук, защото китайски не разбираме. Это такая клиника, которая начинает вести детей с самого рождения. В тази клиника има направление на деца от самото си рождение. И мы можем видеть о том, что новорожденные дети, которые родились с детским церебральным параличом, там получают помощь, медицинскую помощь. И виждаме как още децата от новорождение с този проблем детски паралич получават компетентна помощ. В этой клинике считается, что чем раньше мы начинаем лечить детский церебральный паралич, тем лучше. И разбира се, в клиниката съществува разбирането, че колкото е по-рано, толкова по-добре. Чем позже, если... И колкото е по-късно... Обратились там в 13, 14, 15 лет, то тяжелее лечить. И разбира се, че когато поступи дете с 13-14 годишна възраст, става все по-тежко. Ну, то есть полностью он уже не восстановится, ну, хотя бы разбира только частично. Разбира се, че не може да има пълно възстановяване. Давайте мы следующий снимок. Здесь показывается... Хайде следващия кадр, снимка. Разные процедуры, массажи, программы. Виждате процедурите, масажите... Здесь вот эта девочка, это так называемая конская стопа называется, неврологический симптом. Это только одно момиченце со симптом и синдром там на конскую стопалу. И самостоятельно она ходить не могла. Тя не можеше да ходи сама. На правом снимке она уже ходит самостоятельно. А виждате ли сега, тя ходи самостоятельно. Видно на задней поверхности ног, что ей сделана операция. Вижда се, че назад се вижда, че е направена операция. Корекция ахилесово сухожилие. На ахилесовото сухожилие там, и стопа полностью възстановлена. И виждате, че стъпалото се възстановява почти напълно. И девочка ходи самостоятельно. И момиченцето ходи самостоятельно. Давайте следующий случай. Несколько Хайде случаев да видим посмотрим. Следващия случай. А можно со звуком вот эту девочку пустить? Это девочка из России. А може ли со звук това момиченце? Нека чуем. Нихао. Бай-бай. Эта девочка за несколько месяцев пребывания в Китае получила исцеление от аутизма. Ну, това момиченце посетило тази клиника в Китай, и проблема е бил аутизъм. И аутизм
опять же, это психическое заболевание ребенка. Аутизм, мы знаем, что психическое заболевание на детету. Когда ребенок, он социально не адаптирован, он... Когда характерно то, что эти дети не са социально адаптированы. Изолирован от всего внешнего мира и закрыт в своем собственном мире. Да, у целей свят, это такая изоляция. Эти дети, как правило, не смотрят в глаза и, как правило, не разговаривают. И, по правилу, эти дети не те глядят в учите и ням, те не говорят. И просто целый день что-то возится, что-то там... И целый день там нечто серовят. Да, играют с какими-то игрушками. Играются с некакими игрушки. И практически абсолютно неконтактные. И в сущности не са контактные. А девочка не только смотрит в глаза, она еще и говорит, да еще и говорит по-китайски теперь уже. А това момиченце не само те гляда в очите, но и още говори по-китайски. Я думаю, китайский ей еще пригодится в жизни. Я смысла, че ще... Что и послужи китайский. Да, потому что китайцы сейчас везде. Да, что и себе пригодит, да. Давайте следующее видео. Хайди, следующее тут видео. Это мальчик тоже с ДЦП. ДЦП сокращенно. Да, казвам, сократено ДПЦ. Он здесь еле ходит, еле передвигает ножками. Да, только едва-едва ходит. И чуть-чуть позже, это через несколько месяцев, обычно через 2, 3, 4 месяца, всегда индивидуально. И разбирается след несколько месяцев. С помощью специальной аппаратуры. С помощью специальной аппаратуры. Специальных программ. Со специальной программой, разбирается. Очень мощный персонал, ну просто одна команда. Много силен, грамотен персонал. Команда, которая ну просто как одно единое целое выступает. Да, много хора, но как команда, как един буквально служат. Да, следующее видео. Следующее видео. А, вот это мальчик с аутизмом тоже. Это това момченце също с аутизмом. Показывает, что он только поступил в клинику, и он неконтактный. Ну, вот, пытаются с ним... Это показывает, нали, что он поступил в клиниката, даже показывает, как он не контактен, не отговаря. Да, он не обращает внимания на раздражители. Через какое-то время он начинает смотреть в глаза. Реагирует такая раздразненная, и след время... Он контактен, он играется, он улыбается, смеется. Он усмихивается, играется. Вот. Да, видите. Открытый такой. Можно следующее видео? Может ли следующее видео? То есть в этой клинике лечат не только ДЦП, но и аутизм. И тази клиника не само за ДПЦ, но и за аутизм. Следующий клип или уже кончились? Има ли още или свърши? По-моему, там еще должна девушка быть. Трябва да има едно момиче. Я был очень впечатлен отношением персонала к этим детям. Бях много впечатлен от отношението на персонала към децата. Я был во многих клиниках. Аз съм бил в много клиники. Но в этой клинике это было что-то особенное. Особенное что-то было в этой клинике. Но в этой клинике има нечто много особенное. Очень большая любовь. Голяма любовь. Я не знаю, как они этого достигли без Бога. Аз не знам как без Бога те са го постигнали това нечто. Мне кажется, что там действовали тайные христиане. Аз мисля, че там са действовали тайни християни. Потому что в Китае сейчас опасно называть себя христианином, могут тебя посадить в тюрьму. Нека да ви кажа, че там в Китае сега е опасно да се наречеш християнин. Поэтому християни там скрывают, что они христиане. И там християни ти крият, че са християни. Ну, в этой клинике царила любовь. Но в тази клиника царуваше любов. Сейчас они строят пристройку, дополнительную клинику. Сега към тази клиника има дополнителен строеж. И как вы думаете, насколько койко мест, сколько там еще детей будет находиться? И как мислите, колко ли там места ще има, колко ли деца още ще събере? Вот это китайские масштабы. Они строят клинику на 7000 койко-мест, на 7000 детей. Да. Размерите са наистина по-китайски, и там ще има още 7000 легла за деца. Да, потому что вот эта клиника, которая уже действует на несколько тысяч детей, и которая строится еще на 7000 детей. И тази, която беше, за която говорим, с 1000 и още 7000, представете си. Да, почему я сегодня об этом говорю? Защо всичкото това днес аз го говоря? Давайте я открою одно место из Писания. Нека да отворя на едно специално място. И я специально открываю Евангелие от Луки. Отварям специално на Лука.
потому что он был врачом. За что Лука? Ами за что ты беше лекар? Евангелие от Луки, 18 глава, с 15 стиха. Лука, 18, 15. И на проекторе вы можете видеть на болгарском языке перевод. На болгарский язык, вижте, камера-то дава текста на болгарский. Поэтому я прочитаю только на русском. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. То есть хотя бы прикоснулся. Иисус, речь идет об Иисусе, конечно же. Ученики же, видя то, возбраняли им. То есть ученики не допускали детей подходить к Иисусу. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». Аминь. И это место, оно говорит о чем-то уникальном. Това място говори за нечто уникално. Вот как дети учат язык, например. Децата как учат язык, например. Вот как эта русская девочка выучила китайский язык за несколько как месяцев. Как това русско момиченце научи китайски. Так они принимают Бога. Така те приемат и Бога. Они просто его впитывают. Те как, просто така го поглъщат. Как промокашка. Да. Просто раз и впитала. Като промокашка. Да. Попивательна, като попивательна, да. Вот такая вера, вот такая вера у детей. Это такова и вера на децата. А вот если ребенка привести в живую церковь, в живого Бога. Ако доведешь одно дете в живата църква обаче. Ребенок принимает его просто. И това е много просто да се приеме от детето. Просто его принимает таким, какой он есть. Ами то го приема така, както си е. Со всем своим сердцем, всей своей душой, разумением. С цялото сърце, с цялата си душа. Иисус поэтому говорит, что никто не войдет в Царствие Бога, пока не поверит как ребенок. Затова Иисус казва словото, че ако не повярваме като децата, няма никак да видим Божието Царство. И вы знаете, когда я вот видел всю эту картину, все эти исцеления. И когато видях тази картина, и всичките тези там излекувания деца. Да, что дети, которые не ходили, теперь ходят. Деца, които не ходиха, пък сега ходят. Дети, которые не говорили, теперь говорят. Деца, които не говорят, а сега говорят и общуват. Дети, которые были закрыты, теперь они открыты. Да, и децата, които бяха затворени, молчаливи, а сега вече се отварят и говорят. И становятся социально адаптированными. И стават напълно социално адаптирани. И полезными членами общества. И полезни за, за обществото. Я коротко скажу, что на этой земле, на небе существует три медицины всего лишь. И аз искам сега да ви кажа, че съществуват три вида медицина. Есть Божья медицина. Има божествената медицина. Сверхъестественная медицина. Сверхъестественная медицина. Когда человек вдруг неожиданно там, например. Когато човек изведнъж неочаквано. Например, рак четвертой степени с метастазами. Например, рак с метастази четвертой степени. Я знал такие примеры в моем. А знам такива примери. Потому что я работал в Карагандинском областном онкологическом диспансере, я проработал. Защото в Караганда съм работил в гинекологична болница, отдел за гинекология. У нас был один уникальный случай. Онкология, онкология. За онкология. И был один уникальный случай. Поправимся, онкология. Онкология, раковые больные. Раково больни. Был один уникальный случай, когда женщина. Имаш и такъв уникален случай, когато жена. Четвертой степени рака. Четвертой степен рак. С метастазами по всему телу. С метастази по цялото тяло. Получила исцеление. Получи исцеление. В один момент стала абсолютно здоровой. И в един момент тя стана абсолютно здрава. Потому что она верила в Бога. Защо? Защото вярваше в Бога. Врачи первое время не верили. Врачи, лекари, да, не верили, не поверили. Лекарите вообще не верваха. Врачи в таких случаях говорят, врачи большие материалисты. А за что? За что-то лекарите са големи материалисты. И врачи сказали так, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Това не может да быть, за что-то това никога не может да быть. Но это произошло. Ну, това стана. И это необъяснимо. И това необъяснимо. Потому что Бог всемогущий. За что? За что-то Бог и всемогущ. Объяснить это можно только так. Само така може да се обясни това. Что Бог все может. Че Бог може всичко. Если у человека есть такая вера сильная. И ако човек има силна вяра. Как у ребенка. Като у дете. Он может получить мгновенное полное исцеление. Той може да дори мигновено и то пълно исцеление.
Я так проведу градацию. На втором месте стоит восточная. Така, като ще градирам сега. На второ място. После сверхъестественной медицины. След сверхъестественната медицина. По своей эффективности. По своята ефективност. Стоит восточная медицина. Стои източната медицина. Или так называемая естественная медицина. Или, както се казва, естествената. Которая лечит всем естественным. Която лекува по естествен път. Это воздух, это травы. Това са въздуха, тревите, билките по-точно. Это вода. Това е водата. Это движение. Движението, натоварването физически. Это камни, минералы. Това са минералните камъни. Но только в Китае, можно так сказать, лечат все заболевания, когда еще не поздно, абсолютно всем, всем возможным. Да, всем, и в Китае това почти всичко е възможно да се излекува. Даже цветом лечат. Колоротерапия. Цветом лечат. Даже со светлина лекуват. Да. Эта медицина, она стоит на первом месте как профилактическая медицина. Тази медицина стоит на первом месте по своей профилактике. И хорошо лечит хронические заболевания, когда они еще не запущены. И разбирается, че лекува и хроничните, всички хронични заболявания, ако разбирается, не е совсем така запуснато, изоставено. Да. И на третьем месте стоит... И на третьем месте стоит... Западная медицина. Западная или классическая медицина, да. Как-то не наречено. Потому что во всем мире, во всех цивилизованных странах знают... Всички по цивилизации, это во всички цивилизованные страны знают... Что западная медицина не лечит. Че западная медицина не лекува. Она известна как экстренная медицина. Тя е така известна под названието екстрена медицина. Симптоматическая медицина. И лекува по симптоматиката. И противоестественная медицина. И разбира се, противоестествено лекува. Потому что чем лечат? Лечат химией. Защо? Защото лекува чрез химията. Синтетическими таблетками. Синтетическите таблетки. Лучевая терапия. Лъчева терапия. И хирургия. И хирургия. То есть все то, что неестественно. Всичко това, което не е естествено. То, что нарушает целостность человека. И това нарушава вътрешността на човека. И эта медицина тоже нужна. Разбира се, че и тази медицина е нужна. Потому что эта медицина скорая помощь. Защото това е така назованата медицина на бърза помощ. Да, но если случился гипертонический криз. Ако имаш хипертоническа криза, трава не действует так быстро, нужно таблетку да, принять. Да, тревите не действуют така бързо, но таблетката бързо действа. Нужно принять какой-нибудь сильный химический гипотензивный препарат. Да, трябва да се приеме някакви силни, активни химически препарати. Если возникла гангрена. И ако възникне някъде гангрена. То ногу приходится отрезать. Да, то се налага да се отреже тази част. Нужна операция. Трябва операция. И вы знаете, когда я был в этой клинике, я сидел в президиуме, смотрел видео, презентация. И знаете ли, когато бях в президиума на тази клиника, аз просто стоях и гледах. Да, я просто потерял дар речи. Както се казва, загубих ума и дума, загубих речта ми спря. И мне пришла такая мысль. И в главата ми дойде една такава мисъл. Просто как будто кто-то прошептал. Като че ли някой ме прошепна, что вся моя жизнь, че целия мой живот, будто была только подготовка к этому моменту. Като че ли цял живот съм се готвил точно именно за този момент. Потому что я врач западной медицины. Защото аз съм лекар по западната медицина. В Китае я получил образование восточной медицины. А в Китае получих специализация по източной медицине. И 28 лет я уже нахожусь в служении исцеления. И, всъщност, 28 години аз съм точно в това служение за излекуване. Сверхъестественное исцеление. И то сверхъестественное исцеление. Ну, тут просто, когда Бог исцеляет, когда не исцеляет, кто-то имеет веру, кто-то вообще не имеет никакой веры. Ами, когато някой път се исцеляват, някой път не се исцеляват, когато няма достатъчно вяра. И Бог мне открывает. И Бог ми открива. Почему в Китае есть такая клиника? Сякаш Господ ми говори, защо в Китай има такава клиника? А у Божьей церкви нет такой клиники. А в Божията църква няма такава клиника. Как будто мы запрещаем детям приходить к Иисусу Христу. Като че ли ние сме от тези, които забраняват на децата да дойдат при Иисус Христос. Мы понастроили церквей. Ние построихме много църкви.
Очень много церковных программ. Много церковных программ. Но когда приходят инвалиды. Но когда приходят при нас инвалиды. Детский церебральный паралич, аутизм. Поточно детский церебрална пареза, ДЦП. Мы их отправляем к специалистам. А мы не их отправим к специалистам. Ну, лично я считаю, что именно церковь призвана. Ну, лично я считаю, что церковь призвана. Принимать таких детей. Да приема такого деца. И давать им сверхъестественное исцеление, в первую очередь. И да им давам и сверхъестественное исцеление. И Бог мне просто открыл такую, ну, как картинку, схема, и, видение. Бог мне открыл на такого картина. Конечно, это можно сделать на государственном уровне. Разбирается, что вам можно себе направить на державную ниво. Ну, в Болгарии мы ходили с Нелли к областному правителю. Не бяхме заедно с Нелли и ходихме вече виднъж до областния управител. И мы говорили, что мы церковь. И ние казахме, че сме църква. Мы ищем здание. Не искам изграда, помещение. Мы хотим также заниматься социальной деятельностью. Искаме да се занимаваме с социална дейност. И хотим помогать детям с ДЦП, с аутизмом. Искаме да помагаме на деца с ДЦП, с аутизм. Выделите нам какое-нибудь помещение, и мы там будем служить, работать. Да, дайте мне возможность, дайте мне някакво помещение, там ще работим. Ответ был отрицательным. И разбира се, отговора беше отрицателен. То есть для вас у нас здание не существует. И за вас такого здания не может да има. Я подумал, что, может быть, это даже и хорошо. И я си пак си помислих, ами может и това да е за хубаво. Потому что Слово Божие говорит. Защото Словото Божие казва. Бог своей славы не отдаст никому. Защото Словото Божие казва, Бог не дава славата си на никого. Чтоб потом государственные чиновники не сказали, так это же мы сделали все. Да, за да не кажи после държавата ми, това ние го направихме. Я просто помолился, говорю, Господи, если тебе это угодно. И аз тогава си помолих и казах, Господи, ако това ти е угодно. Мы начнем эту деятельность. Ние ще намерим тази деятельность, ще я започнем. Потому что я лично верю в то, что именно церковь должна этим заниматься. И я сам глубоко уверен, что именно церковь-то трябва да се занимава с тази дейност. И я бы хотел, чтобы там была и западная, и восточная, и сверхъестественная медицина. И там бих искала да се сочетает и западната, и източната, и преди всичко сверхъестественната. Программы уже разработаны. Программа-то вече е разработана. Я лично познакомился с этим главным врачом. Аз се запознах лично с главния лекар. И состоялся диалог, разговор. И имаше разговор между нас. И они так всем предлагают. И те, как-то на всички на нас предлагают. Если вы в городе Варна предоставите помещение, ако вы не предоставите в Варна помещение, и специалистов, и специалисты, соответственно, да будут обучены, мы с нашей клиники, мы пришлем вам специалиста, который вас научит. Да, и ние ще ви изпратим наши специалисты, които да научат вашите. Работать по последним, вы знаете, в Сианской клинике это не только китайская медицина. Разбирайся, в тази клинике има не само китайская медицина. Это так называемая уже интегративная медицина. Там существует така наречената интегративная медицина. Китайцы уже, они впереди планеты всей. И разбирайся, че виждаш там китайцы, как са изпреварили световното ниво. И они используют все последние технологии. И те используют най-модерните, най-последните технологии. И параллельно используют и свои. И, разбира се, паралелно, успоредно с това, ползват и своите технологии. Да, свои естественные методы. Своите естественни методи. Это травы, масажи, движения, гимнастики. Билки, масажи, натоварване физическо. И на сегодняшний день результат всех потрясает, потряс. И, какво да кажа, резултатите са потрясаващи. Я сегодня уже мечтаю об этом. И аз мечтая днес за това. Я уже это вижу. И аз го вече го виждам това. И я уже это ищу. И това го искам. Вот Роман недавно сказал, что уже такое здание есть, помещение трехэтажное. Это Роман, наш брат, той вече каза, такого помещения има. Там 360 квадратных метров. 360 квадратных метров на несколько этажа. Три этажа, да. На три этажа. Я уже так вижу, что ну, мы сделаем там просто, что
На первом этаже администрация, там организация какая-то, там кухня. Я свечу вижу, на первый этаж, где будет там администрация, то организация. На втором этаже мы сделаем клинику для... А на второй этаж мы еще направим клиника. Для нуждающих, для страждущих. Для... За тези, които страдат, за страдащите. И на третьем этаже у нас будет церковь. И на третий этаж ще бъде църквата. И церковь будет каждый день нести служение. И църквата ще бъде, ще носи своето служение. Молиться за этих детей. Ще се моли за тези деца. Контактировать с этими детками. Ще контактуват с хората. Просто играться с ними. Просто ще играят с децата. И дарить им любовь Иисуса Христа. И ще им дават любовта на Иисус Христос. И молиться за них. И ще се молят за тях. Я верю в то, что придет время, это принесет очень обильный плод. Я сам уверен, что това ще мине малко време, и това ще донесе много голям, богат плод. Если китайцы этого достигли. Ако китайците достигнаха това. Мы, как живая церковь, можем достигнуть большего. А как ние, живата църква, да не го направим това? Аминь или не аминь? Аминь ли казвате или не? Аллилуйя. Слава нашему Богу. Я... Просто, знаете, сегодня у меня возникло такое побуждение. И знаете ли, днеска в мен вътрешно така възникна едно подбуждане. Ну, если власти равнодушны к детям Болгарии, здесь в Болгарии. Ако властите в Болгарии са равнодушни към децата. Я думаю, что простые люди могут откликнуться. Аз мисля, че обикновените хора могат да откликнат на този призив. Особенно те люди, у которых есть эта проблема. И особенно хората, които имат такъв проблем, страдащите. У которых есть дети с детским церебральным които параличом. Които имат деца болни от детски церебрален паралич. С аутизмом. С аутизмом. С эпилепсией. С эпилепсия. С гидроцефалией. И с хидроцефалия. В основном я прошел специализацию по этим четырем. И я трябва да ви кажа, че по всичките тези четири съм минала специализация. Мы не будем брать много детей, будем брать по чуть-чуть, понемногу совсем. Разбира се, че много деца ние няма да вземаме, но ще започнем по-малко. Но понятно, что мы как Варнинская церковь для русскоговорящих маленькая. Разбира се, че ние като България, като рускоговоряща църква, ние сме малко хора. И нам нужна будет какая-то материальная помощь. И на нас не трябва материална помощ. Поэтому сегодня мы под этим видео выставим счет. Затова под отдолу, долната част на видеото, ние ще поставим банковата сметка, на которую вы можете высылать свои пожертвования, приношения, десятины. На които може да се изпраща, да, помощи. Кто? То есть финансы. Кто неравнодушен? Обаче тези, които не са равнодушни. И мы будем как церковь помогать детям Болгарии. И ние като църква ще помагаме на децата на България. Я хочу сказать, что я уже работаю в этом направлении. И трябва да ви кажа, че аз вече съм започнал да работя в това направление. То есть ко мне уже поступают дети. Вече при мен идват такива деца. Я лечу их, потому что я заканчивал Каргандийский государственный мединститут. Аз съм завършил медицинският държавен институт в Караганда. Да, и в Китае я встретил алматинца одного. И в Китае срещнах един алматинец. И он когда узнал, что я закончил Каргандинский. И той, като разбра, че аз съм завършил Каргандинский, да. Он сказал, ну, это... Караганде, медицинский институт. Это респект и уважуха, и уважение. Да, този медицинский институт всява респект в хората. Потому что во время Советского Союза... Защото по времето на Советския Союз... Каргандинский мединститут находился на втором месте после Московского медицинского. Той се нарекал... Реждаше на второ място след Московския, защото... Потому что его поднимали репрессированные евреи. Да, защото там изпращаха репресирани евреи. Самый такой смак, свет. Да, най-светлия, най-силния, най-престижния. Академики, профессора. Да, академици, професори. Нашу кафедру психоневрологии поднимал знаменитый академик, международно известный академик. Нашата катедра се завеждаше от един световен такъв психоаналитик. Академик Свядыш. Свядыш его фамилия. Да, неговата фамилия беше академик Свядыш. А звали его Авраам Моисеевич. Да, и знаете ли как се казваш? Авраам Моисеевич. Вот. Второй институт, который я закончил, это Уральский институт гештальт-технологии, это психотерапия. Да, второй институт, который я завершил, это институт по
психология и психиатрия. Это филиал американского университета. Това пък е филиал на американски медицински университет. По психоанализу и гештальтерапия. И по психоанализа и... Гештальтерапия. Гештальт. Гештальтерапия. Немецкое слово, да? Да, някакво немско слово. И этот институт я закончил с красным дипломом, с отличием. И знаете ли, този институт завърших с червена диплома. Червена, то есть първенец. Чуть позже я закончил Цзиньцзинский университет традиционной китайской медицины. Да, и малко по-късно завърших в Китай подобен институт. И еще чуть позже закончил южнокорейскую духовную семинарию. И малко по-късно пък завърших корейската духовна семинария. Я говорю, Господи, зачем это все мне? И аз питам, Господи, за какво ми е всичкото това? Четыре высших образования. Четыре высшие образования. И сейчас я поступаю в высшую духовную академию в Москве. И сега аз поступвам в Висшата духовна академия в Москва. Наталья меня спрашивает, у тебя какое же образование высшее? Четвертое или пятое? И Наталья, жена ми казва, какво ти образование имаш? Четвърто ли? Пето ли? Я уже сбилась со счета. Ами аз вече се обърках да ги изчислявам, да ги приброявам. Но это не важно. Для чего это? Това не е важно. За какво е всичко това? Я верю в то, что Господь меня готовил все это время. Аз мисля, че Господ ми готви за това. Готовил для того, чтобы я создал с Божьей помощью здесь христианскую клинику. За това да создам христианская клиника. И это будет как часть нашего служения здесь. И това ще бъде като част от нашето служение. Кроме того, что у нас еще уже работают ретриты, восстановление служителей, которые да, надорвались. Да, още повече, че при нас работят тези служители, които са от тридневната програма, нали? Не трехдневно. Они к нам поступают и просто здесь, мы предоставляем возможность отдохнуть. Какие-то определенные такие процедуры они у нас проходят, восстанавливаются. Травы. Да, идват, които да се възстановят, една възстановителна програма. То есть сегодня мы уже готовы что-то создать полезное. Така, че дни, можем да кажем, че днес ми готови да направим нещо добро, възстановително. Я, во что я верю? И в това вярвам. Я верю в то, что церковь не только призвана проповедовать. Аз мисля, че църквата не е призвана само да проповядва. Или открывать только церкви. Или открывать только церкви. И да се откриват само църкви. Или открывать какие-то бесконечные христианские программы. И да се изреждат и откриват разни още безбройни такива християнски програми. Это тоже хорошо, конечно. Разбира се, че това е добро. Но я верю в то, что дела, соделанные в Боге, но аз мисля, че тези дела в Бога и приносящие реальный плод, то, что можем пощупать. Тези дела в Бога трябва да носят реален плод, хубав плод. Они намного лучше слов, пусть даже Божьих слов. Ну, то, что я буду говорить, проповедовать, всю жизнь буду проповедовать. И не може само с проповед. Цял живот може да проповядваш, ако няма дела. Да, Библия говорит Якова. Вера без дел мертва. Да, какво е, казва Библията от Яков, че вяра без дела е мъртва вяра. Мне бы хотелось, чтобы наша церковь была действенная. Аз искам нашата църква да бъде действена. И приносящая реальный плод. Да принася реален плод. И вы знаете, это не только для того, чтобы просто ребенок пришел и прикоснулся к Иисусу. Да, и не само да дойде детето и да се докосне до Иисус. Вот я верю в то, что этого недостаточно. А в смысле, что этого не достаточно? Мне видится, что ребенок должен прийти. А в смысле, что детето трябва да дойде. И научиться жить с Богом. И да се научи да живее с Бога. Пропитаться Богом. Насыща с Бога. Да, для того, чтобы Бог стал частью его жизни. И Бог да стане частью от живота. А для этого ему надо побыть где-то. И детето му е нужно някъде да бъде за това. На территории Божьего царства. На територията на Божието царство. На территории церкви. На територията на църквата. На той территории, где молятся. На тази територия, където се молят. На той территории, где читают Слово Божие. На тази територия, където се чете и изпълнява Словото. И на той территории, где учат делать что-то. Да, на тази територия, там, на тази територия, където учат на това. Делать что-то практическое. Нещо, което е практично. Я вот за это.
Это за това съм аз. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем церковном сайте, который скоро будет... Дополнительную информацию можете да намерите на нашем церковном сайте. И нас легко найти, это церковь для русскоговорящих город Варна. Тя се намира точно на адрес церкви за русскоговорящий. То есть через Google можно просто вести, через Google. Через Google това може да се намери лесно. Да, или церковь на скале. Или пък, както се казва нашето име, Църква на скала. И там будет дополнительная информация. И там ще има дополнителна информация. Для того, чтобы мы не сами, а чтобы мы давали возможность людям тоже участвовать. И не само сами да го правим, но даваме възможност и на хората да участват в това. Давайте мы коротко за это помолимся. Хайде да се помолим, макар и накратко за това. Господи, благослови нас. Господи, благослови ни. Чтобы нам быть не только говорящей церковью. Да будем не само говорища церква. Но действующей церковью. Но да будем и действуща церква. Церковь, которая действует в дарах Святого Духа. Церковь, която действа со своите духовни дарби. Церковь, которая водится Духом Святым. Церковь, която се води от Святия Дух. Церковь, которая будет не только исцелять. Церковь, която не само ще исцелява. Но которая будет восстанавливать и утверждать. Но тя ще установява и ще утвърждава. И укоренять в небесном царстве. И ще закоренява в Божието царство. Драгоценные души. Скъпоценни души. Мы просим тебя исцелять через нас. Да ги исцелява чрез нас. Восстанавливать через нас. Да ги възстановява чрез нас. И дай, чтобы и в Болгарии была такая же клиника, еще более мощная. И нека в Болгарии да бъде такава клиника и то още по-мощна. С явными делами. Со явными дела. С явной сверхъестественной статистикой. Сверхъестественной статистикой. Чтобы у нас не 30% получало исцеление. Не само 30% да се получава. Но 30, 60 и 100 крат. 30, 60 и 100 кратно. Как говорит Твое Божие Слово. Така както казва Божието Слово. И мы молились во имя Отца и Сына. Ние се молихме в името на Исус Христос. И Святого Духа. И в Святия Дух. Аминь. Аминь. И Церковь Божия скажет, если вы согласны, Божия Церковь скажите аминь. Аминь. И знаете, сегодня у нас еще будут свидетельства тех людей. У нас совсем недавно прошел трездец.